В наши дни люди привыкли к быстрому и понятному решению возникающих проблем. Это касается и неполадок со связью или интернетом. На помощь горожанам приходит отдел технической поддержки компании «Инсид». С копейчанами взаимодействуют живые люди, а не автоматическое голосовое меню или робот. Для нас каждое обращение важно, поэтому мы работаем круглосуточно и в праздничные, и в выходные дни, чтобы вовремя решить проблему абонентов. Специалисты техподдержки настраивают клиентское оборудование для работы в сети, Wi-Fi роутеры, а также телевизионные приставки. Помогают, если перестал работать интернет или плохо показывают каналы, определяют причины и устраняют неполадки. Если же удаленно решить вопрос не получается, сотрудники отдела выезжают на дом. Например, наряд выездного специалиста мы выписываем в тех случаях, когда абонент плохо разбирается с оборудованием и не может выполнить действия, которые проговаривает специалист технической поддержки по телефону. Хочу отметить, что вызовы бывают как платными, так и бесплатными. Если проблема с оборудованием абонента или с физической линией, например, дома, может быть, кабель перегрызла собака, или кабель передавлен диваном, или же коннектор неисправен, и его нужно заменить, то такие вызовы будут платными. Если мы при удаленной диагностике все проверили, с оборудованием клиента все в порядке, и мы видим, что проблема с нашей стороны, разумеется, такие заявки будут бесплатными. Телефон отдела технической поддержки 39-66. Также можно заказать обратный звонок на сайте insid.ru. Сотрудники перезвонят вам сами в течение нескольких минут. Не любите звонить? Тогда пишите в чат на сайте, в мобильном приложении провайдера или в группе Insid в социальной сети ВКонтакте. Для консультации нужно назвать свой адрес или номер лицевого счета.